Отличника номер один. Здесь номер два. И вот номер три. Кольцо пластиковое снято, поскольку оно не совсем плотное. Ну, имеется в виду, до такой степени должно быть плотное, что его и снять невозможно вообще-то. Таким, до такой степени должно быть плотное. Тогда не смог бы и пластик, вот эта пластиковая стенка не могла бы расходиться. Но если есть хоть чуть-чуть зазора между вот этим вот кольцом и стенкой, понятное дело, что если изнутри расширять, хоть на волосок есть место, то, конечно же, треснет. И треск. Глубину замерил. Отошел на 1,5-2 мм, чтобы захватить место на толстой стенке. Ну, то есть чуть-чуть поверх ее начать все это потом обматывать и укреплять. Чтобы хорошо плотно держалось соединение. Стенка здесь, вот это вот соединение, не совсем 3 миллиметра, даже 2,7, настолько тонкая, что это вообще чудо, если у кого-то она не треснула. При очень большом натяжении наматывая плотно веревку прочную. В сильном натяжении все залито секундным клеем и становится монолитной, очень плотной оболочкой. Обязательно в натяжении. И теперь как выглядит у нас вот этот вот здесь такое вот есть немножко узкое начало, зауженное чуть-чуть видно. Оно еще худо-бедно влазит теперь. И все. Ну, примерно так у меня было тоже на новой флейте. Когда я ее склеил, дальше уже не входит. Теперь, если дальше ее засовывать, то новая флейта треснет. А в этой сейчас буду понемножку убирать, вот это вот делать немножко уже. Тогда она будет очень плотно заходить, но не треснет и будет хорошо держаться. Выставляем ровно по отверстиям игровым. Обязательно это сейчас делать очень ровно. Вот в этих первых этапах закрывания, чтобы потом не крутить сустав, потому что это практически невозможно сделать где-то. Потому что соединение очень плотное. Ну и вообще не полезно крутить отверстия, когда флейта собрана. Очень плотно закрывается. И не просто открывается. Разбирать надо таким образом. Закрываем кулак. Пальцы протискиваем. А здесь, чтобы они создавали такое вот расталкивающее давление на соединительном суставе. И постукиваем сюда. Это расталкивает плотно сжатый кулак, расталкивается
и открывается тоже соединение, раздвигается. Обычно сикухатию вначале сделано так, что они очень плотно закрываются и растрескиваются. Если не получилось ровно выставить, лучше уже открыть сначала, дабы не крутить. Не пытаться крутить.